всем, дорогие друзья, с вами был Эксперт, и сегодня мы посмотрим, как звучат новые iPad 3, iPod Touch 4 поколения, а также iMac. Ну, с iMac, разумеется, никто драться не будет, скажем, его никто не побьет. Давайте приступим. На всех девайсах открыта одна и та же песня, и я их проиграю на максимальной громкости по очереди. Начнем с iPad. Приглушаем iPad и послушаем iPod Touch. Ну, в целом ясно. iPad громче iPod'а, скажем, в раз 5. По ощущениям. А теперь послушаем iMac. Та же песня. Приступаем. В принципе, я думаю, все ясно. iMac в раза 3 громче, чем iPad 3. И в раз 10, чем iPod. Примерно так. Что я хочу сказать о динамиках iPad 3? Они замечательные, то есть они обрабатывают прекрасно басы, так же как и аудиосистема в iMac. В iPod как бы обычные маленькие колоночки, но в принципе они неплохие. Ну, конечно же, iPod создан для наушников. Вот такие небольшие выводы. iPad 3 очень громкий, это единственный вывод. Качество звука на нем замечательное. Ну, с iMac, как я уже сказал в начале, никто драться не будет, то есть он тут самый крутой. Очень громкий, басы супер, качество супер. Вот такие выводы. С вами был Apple Expert, ждите новых видео, пока.